Покраска нравится? Бомба. Серый мат. Экстер обрел новый дизайн со срезанными лапками. Приветствую, господа, на нашем канале. Вы смотрите очередной выпуск про обычный дорожный велосипед Куб. А это, кстати, шатуны от проекта велосипеда, где мы там все переделываем, перекрашиваем. Вы можете увидеть другие выпуски на нашем основном канале и на нашем дополнительном канале Veline Life. Итак, ладно, вернемся обратно к Кубу. Например, вы, если хотите купить хороший дорожный, стильный дорожный велосипед, и у вас есть, например, дофига бабла, и тогда вы идете за велосипедом Cannondale Bad Boy. Он несколько лет выпускает практически без изменений. Там одноногая вилка с стильной подсветкой, стильный подседельный штырь, ременной привод. В общем, все классненько. И вы отдаете примерно в районе сотки за алюминиевый велосипед. Или, например, у вас нет вообще нифига бабла, и тогда вы обращаетесь к русскому производителю, и женский велосипед называется Барселона, а мужской называется Ванкувер. Где-то между двумя вот этими велосипедами, ровно посередине в цене, затерялся вот этот велосипед Куб с названием Hyde Pro. Хороший, стильный велосипед. И это первый велосипед на нашем канале от компании Куб, про который могу сказать, что это, в принципе, хороший, годный продукт, без какого-то налета пафоса типа Made in Germany, и это крутые немецкие технологии и так далее. Без какого-либо налета. Обычный, хороший, качественный дорожный велосипед на ременном приводе. То есть вы покупаете алюминиевый велик, конкретно этот Куб, где ничего в нем не орет о том, что я крутой немецкий велосипед, просто надпись Куб, Хайд, КПА и УРС. Это называется Urban Road Series. Алюминиевая рама на ребра жесткости, кареточные стаканы эксцентрики для того, чтобы вы могли натянуть ремень, ременной привод и втулка Alpine на 8 скоростей. Это то, что вас интересует в конкретно этом велосипеде. На конкретно этом велосипеде вам не нужно смазывать цепь, вы никогда не испачкаетесь об ремень. Самое важное, он не изнашивается. И если ехать по сухой погоде, ездить по сухой погоде без дождя, без луж, без грязи, то, чего боятся алюминиевые шкифы, системы и втулки, то привод реально работает очень много. То есть этот велосипед не новый. К нам его принесли на замену покрышек, они уже слегка потерлись. И мы будем собирать сюда колеса бескамерно, с герметиком, для того, чтобы вообще не париться, ездить на этом велосипеде, ездить, даже не обращать внимания на проколы. Современные технологии это позволяют. Кстати, можете посмотреть отдельный выпуск про герметик на нашем канале, где мы тестировали, как работают современные герметики. И вот на выходе вы получаете обычный нормальный велосипед. Тут даже не надо говорить, что здесь стоят нормальные двойные пистонированные обода, обычные спицы, обычная шимановская неприхотливая гидравлика, обычная шимановская монетка с шимановской алфайновской втулкой, о чем сказал, коническая вилка, шимановская втулка спереди. Ну, то есть вот сделано просто, достойно, ремонтопригодно, неприхотливо, без какого-либо пафоса и в принципе стоит своих денег. То есть это один из тех дорожных велосипедов, которые я могу порекомендовать, и все эти дорожные велосипеды, которые могу порекомендовать, можете найти на нашем канале. И это не потому, что мне компания Куб занесла денег, потому что она не занесла мне денег. Не надо писать всякую хрень, хотя можете писать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши оба канала. До скорых встреч.